Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Как включить режим не беспокоить на часах Samsung Gear Fit 2 Pro? Вам нужно просто спустить шторку быстрого доступа вниз и нажать на кирпичик. Все, отлично. У нас отключается звук абсолютно всех уведомлений, ну и вибрация, соответственно, тоже. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч.